Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте всем! Маша, привет! Ну что ж, я надеюсь, вы продолжаете читать газеты, как делаю это я. И я надеюсь, вы продолжаете сидеть дома, как делаю это я. Ну, значит, вы молодцы. Сегодня нам понадобится вот такая замечательная газеточка. Прекрасная, ну, большая, маленькая, средняя. Не знаю, какая у вас есть. Вы, кстати, приготовили газету? Нет? Тогда я подожду. Ну все, я подождал. Итак, берем с вами вот такую прекрасную газету и складываем ее пополам. Оп, сложили, молодцы. Смотрим на серединку и к серединке складываем уголочки. Вот таким вот образом, чтобы у нас получились треугольнички. Оп, вот так вот, молодцы. Смотрим на нижнюю часть нашей газетки. И эту нижнюю часть прикладываем вот таким образом. Видно всем? Молодцы. Переворачиваем. Перевернули. Видим наши треугольнички. Мы их складываем вниз. Вот таким образом. О! О, да, да, именно так, да. Так, надеюсь, у всех получилось. Да, мальчик? А, у тебя получилось. Маша, у тебя получается? Отлично. Что мы делаем дальше? Смотрим на нижнюю часть газеты, вот именно вот эту, и складываем ее к себе. Молодцы! Все получилось? Все получилось. Отлично. Немножечко подправим. И опять складываем наши треугольнички. О! Расправляем. И у нас получилась с вами прекрасная пилотка. Да, шляпа мне не позволяет надеть ее на голову, а вам ваша голова позволит ее надеть на голову. Вот так. Опа! Отлично! Итак, что мы делаем дальше? Складываем. И у нас получается с вами вот такой бумажный квадрат. Смотрим на наш бумажный квадрат. Получился? Получился. Делим его пополам. У нас должны получиться с вами треугольнички. Треугольнички. И эти треугольнички. Один. Сложили. Второй. Тоже сложили. Молодцы. Так. Дальше мы этот треугольник аккуратно складываем. И у нас получается опять. Снова бумажный квадрат. О, неожиданно. Но осталось совсем чуть-чуть, осталось совсем немножко. Этот квадрат мы расправляем. Расправляем этот квадрат. Да-да-да, именно вот так. Молодцы. Держимся за донышко. Подправляем. И у нас получается с вами вот такой вот великолепный кораблик. Мы отправляемся с вами в путешествие. Вот такой вот замечательный у нас сегодня получился кораблик. Ну а пока, всем пока! Маша, пока!